Всем привет! Вы на канале Ваша Маша, с вами я и моя дочь. Сегодня к нам прибыла Алиса, дождалась. Это Алисина мечта, да? Очень долго ждала. Ждала с февраля месяца. В феврале у Алисы аж поехала крыша, как она хотела этих муравьев, да? Целыми днями она про них читала, думала, говорила прям каждый день: мама, там муравьи, там как их кормить, как за ними ухаживать. То есть искали, у кого заказывать, как заказывать, где. То есть написали в очень много фирм, чтобы заказать нам мурашей. И попалась нам одна очень крутая фирма. Крутая в чем? Алисе очень понравилась эта ферма. Именно расцветкой, да, Алис? Ну, что молчишь? Она ее как увидела, как начала пищать. Это ее голос. Голос пропал. Голос пропал, ты волнуешься? Фирма это. Как называется? Пять муравьев. Пять муравьев. Да. В общем, я написала Александру, он в течение там буквально 10-15 минут не ответил, еще в феврале месяце. Я говорю, возможно ли покупка муравьев? Он: да, конечно. Начали разговаривать, ну, потому что у нас отправка, живем мы от Москвы за 3 километра. 3 километра? Да. 3000? А, ой. 3000 километров мы живем от Москвы. Александр сказал: да, конечно, мы ферму можем вам отправить, но муравьи не доедут, потому что зима, а отправляют они транспортные компании СДЭК. Дело не в том, какая компания, дело в том, что это зима, и муравьи в любом случае Алиса, не доедут. Алиса, уже давай, Леша, по-моему, уже говорит. Ну и в общем, сейчас посмотрим, как доехали наши мурашики. И всем, кто захочет заказать, будет скидочка от нашего канала. 300 рублей. Промокод будет внизу. Ссылка в описании. На муравьев, на муравьиную ферму. Переворачивай. Вот так вот. Вот так вот. Да, ну как крышка. Вот. Нет. Вот внизу. Смотри. А, смотрите здесь. Стандартная башня, модуль, арена. Это какого типа ферма, а вот это какой расцветки? А что-то у нас не отмечено ничего. Это для нас секрет. Так, а здесь какие бывают? Лес, дух, вода и космос. Открывай! Это расцветка, да? Да, это расцветка. Так, пузырчатая пленка, ты иди. Какая-то ракушка даже есть. Так, вот это. Не знаю, зачем. Это пипетка, чтобы увлажнять. Это ходы, чтобы перекрывать. Камушки. Давай посмотрим. Наверное. И вот такие еще. Тихо. Там какие-то болтики, смотри. Так это песок как будто бы. Ну, может, не камни. Будем? Ну, так это камни. Может, не будем песок туда сыпать? Потому что это там убирать. Вау. И еще одна. Вау. Ракушка-то вообще такая. Настоящая. Прям. У нас мы себе взяли, по-моему... Это тоже для входов и выходов. Если я не ошибаюсь, мы взяли себе среднюю, да? Да-да-да. Среднюю космос. Сейчас я прочитаю, что мы взяли. Вот, это все для... Стандарт. Вот стандарт плюс мы взяли. Щипчики. В общем, для чего? А щипчики для чего? Муравьев ловить? Кормить, наверное. Смотрите, мы заказали 16 апреля. 16 апреля я оплатила. И 16 апреля Александр нам уже отправил ее сразу же, в этот же день отправил в Барнаул. А сегодня у нас какое? 24-е, да? Это сколько дней получается? Ну, 4, 6, 8. 8 дней. Угу. А приехала еще вчера, правильно же? Это еда.
То есть ровно неделя. Вчера же к нам приехали. Где сами муравьи-то? Муравьи? Подожди. Вот они. Вот. Ладно, потом муравьи. Вот. Алиса оттягивает момент. Вот здесь. Для... Тоже для вот... Ну, сборки, короче. Для ходов. Давай, вытаскивай муравьев. Давай посмотрим. Живые, нет? Муравьи, кстати, смотрите, как упакованы. Упакованы отлично. То есть не разобьются, не... Нет. Плюс смотрите, вот здесь вот тоже все. В смысле, по муравью, что ли? Да. Да ладно. Ну, да. Давай, открывай, давай посмотрим. Правильно, муравью. Все очень такое хорошо запечатанное, правильно? Угу. Да ты можешь что-то так вот. Да не живые. Офигеть, вытаскивай. Нифига, сколько их много. А там, смотрите, и здоровые, и маленькие. Это матка здоровая, смотрите. Они там яйца таскают уже. У нас малыши. У нас вон малыш, малыш маленький. Так, их нужно... Да подожди, да, давай я покажу. Смотрите, сколько много муравьев. Разговаривала, ну, когда так... О, огромный муравей. А как это так? Смотри, а это будет рабочий? Это он пока белый, потому что он только родился. Это будет рабочий. Точнее, а вот это самая рабочий, большая, это мамка? Это матка? Это матка или королева муравьев? Офигеть! Смотрите. Давайте, так, что я хотела сказать? Подожди. Смотрите, сколько много муравьев, когда я разговаривала вот, ну, с другими с фирмами. Мне сказали, что будет матка и 5-6 рабочих муравьев всего. Когда я разговаривала с Александром, он мне сказал, что муравьев у них много. Ну, что в любом случае с муравьями все хорошо. Что приедет уже сразу, ну, такая довольно-таки нормальная колония. А они, оказывается, у нас уже он вылупляется по дороге. Да. Так, вот. Вот он пока что неподвижный, потому что он вчера или даже, может так, быть, сегодня родился. Так, а там, смотри, много там кто родилось. Давай, вытаскивай остальное. Так, и смотрите, вот как запакована сама ферма. Тоже вся в пупырчатой вот этой штуке, чтобы ничего не поломалось. Ничего. Это вот ферма, да? Да, и инструкция. И инструкция. Давай ферму открываем. Покажи инструкция. Да, инструкция еще не будет. 5 муравьев. 5 муравьев. Фирма. Это для... Это чтобы аену закрывать. Крышка аены. У тебя космос, да? Да. Тихо, тихо. То есть все закреплено, все сделано прям как надо. Вот. Ну что, тяжелое, нет? Такое, ну, хорошее. Ну, не сильно тяжелое. Грамм, наверное, 300-400 на весь. Ну-ка, так, отпусти. Угу. Да не, ну, да, грамм... 200, так, плюс 200, там сейчас 200, еще вон... 200-300. Тут даже вот здесь фуркулат. Ну все, ладно, давайте. У других ферм вот здесь вот и нет. Оба-на, появляются ходы. Если их ставить куда-то на... Если нету темных мест, чтобы... Спать, да? Да, они все, они любят темноту, они не любят свет. И вот если нету темных мест, куда их поставить, то можно вот эти накрытия, и тогда им будет хорошо. Так, вот это вот что? Это чтобы влага была, да? Да, 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 да. Да. Это сюда ставится колбочка? Сюда не, это не надо. А, не надо? Не надо. Вот пипетка. Пипетка. Да? Заливаю, да? Так надо заливать, надо воду нести, заливать. Угу. А муравьев куда-сюда? Все дошло, все в целости, сохранности. Все да. Очень замечательно. Алисе очень нравится. Что это за штука? Эта штука, это тоже вот красивая штука. Ее куда-то цеплять надо. Только не знаю. Не сюда, не на крышку? Не, ну она маленькая для крышки. Так, давай, будем оформлять и уже запускать муравьев. Давайте. Вот эту штуку я не знаю куда. Вопрос. Наверное, надо инструкцию почитать. Okay.
Ну, вроде бы все. Так, а как ты их запускать будешь? Положу. Я хочу стой, я хочу здесь гальку поменять, направление гальки. Где здесь пинцет, чтобы аккуратненько все сделать? Пинцет ловил у тебя. В смысле направление гальки? Галька тоже по направлению? А шарики такие похожи на какие-то конфеты. Насосательные, да? Камушки. Опа-на. Ну давай, запускай уже. Так, аккуратно, смотри, ты их домой не выпусти. Ты вниз их опускай, смотри, а то с третьего этажа упадут, разобьются. А еду куда им? А что, им еще еду надо? Опа-на, все, закрыли пока что. Подожди, а что вот эту ватку зачем? Ватку? Ватку забирай. Там муравей один. Так он мертвый. А, да. Ну, они их, по-моему, съедают, да? Или что? Не знаю, короче, выкину. Так. О, все, они, вон, движуха у них началась. Вот. Это сначала пошли муравьи эти, как их, не испытать. Ну-ка, не закрывай пока. Давай, не закрывай. Ну, ну они просто могут выйти. Рабочие, да? Нет, не рабочие. Как называется профессия в РУС, короче? Исследователи. Нет. Не испытатели, а как-то по-другому, не помню. А кто-то уже яйца он тащит. Ну, конечно, они сейчас будут... А ты там смочила все? Сейчас буду смачивать. Так, давай. Которые идут в разведку, разведчики? Разведчики, да. А что это? Зачем ты там воду льешь? Ой. Чтобы влажность была. Им нужна влажность. А куда она попадает? А вот на эту вот штучку. На гипс. Он становится мокрым. Что ж он не проливается? Тише, ну ты не сильно. Ну, конечно, оно же... Она же сразу-то не впитывается. А, вот, впитывается, посмотрите, вот. Королева идет, блин. Королева! Если королева пошла, то сейчас все пойдут. Да? Да. Обалдеть. Муравьи. Дочь, вот нафиг тебе она надо было? Она очень мечтала о них. Главное смотреть, чтобы они не поползли никуда. А то будем потом ловить королеву-мать. Смотри, а яйца пока не трогают, видишь? Да. Яйца пока еще там. Вот сюда рабочие повыползали. Мать, мать да, выходит. Оп, нет, назад пятится. Смотри, боится. Угу. Они ей еще не дали команду. Вот, хочет выбежать, выбежать. Нет, 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 да, он еще далеко. Ему, чтобы выбежать. Держи, мама, если что, будешь прикрывать. Это как муравьи называются? Жнецы? Жнецы. Да вы вот так вот бы сделали. Нет, нет, не надо ничего так делать. Не... Они должны сами. Они должны сами, пап. Там потому даже у них стресс будет. Написано, если их вот так вот выдернуть, то они не переживут. Потому что для здесь них это будет... Вода, да, да, конечно. Они же там живут. Конечно, там вон еда. Потом вот эту вот ватку, точнее не ватку, а эту специальную штуку нужно будет запихнуть в эту пробирку, налить ей в нее воды, и тогда они пить смогут. Еды ему еще. Еда у них вот. О, блин, ничего себе. А если еда кончится, тоже можно у Александра заказывать? Да. Да? Да. Наверное, не знаю. Я этот момент не уточняла. А я смотрела на сайте. Это еды, наверное, и хватит на год. На год? Да. На год. На год? Да. Правда? Да. Ничего себе, вот это еда. Колбочки. А что, мы им сахара насыпем, да пускай едят? Вообще-то нет. Не, вот эти жнецы, они едят только либо какое-нибудь мясо, вот именно жуков каких-нибудь, а-а-а, либо... Алиса уже сказала, будет отжимать у меня сверчков для этих, для ящериц. Но здесь, смотри, здесь мак. Что там еще? Да тут много чего. Ну, значит, будем заказывать у Александра. Еще в чем преимущество вот именно заказывать, если у Александра, у него они присоединяются. То есть можно присоединить и сделать больше. Только куда присоединиться? Вот здесь, вот так. Вот здесь. А, вон там? Да. То есть еще такой же взял? И... Ну, можно такой же, можно другой же.
И вот открываешь. Можно их пересекать. А, вот он вход, да. Ну, конечно, я ж... И вот, короче, подсоединяешь. Мне интересно, и когда увеличиваешь. Пойдут в... Всем пока. Всем пока. Ссылка на Александра. На фермы. Пять муравьев. Будет в описании видео. На скидку будет промокод тоже в описании видео. Подписываемся, ставим лайки и пишем, если вдруг что-то есть, какие-то пожелания, предпочтения, пишем в комментариях, Александр будет читать. И мы тоже будем отвечать на вопросы. Всем пока! Пока! Они вылазят, но заходят. Да, они боятся, потому что. Боятся? Да. Угу.